Недавно мы с женой записали подкаст о разводах. Она упомянула одну вещь, о которой я хотел бы поговорить. Это очень важно. Речь идет о защитном покрове Кришны. Я знаю, это звучит потрясающе, когда вам удалось попасть под такой защитный покров, под защиту Кришны. Но она объяснила, что когда вы живете под такой защитой Кришны и ищете себе партнера, вы совершаете всевозможные ошибки, или, по крайней мере, вы можете совершить всевозможные ошибки при выборе партнера. Это действительно очень важно. Харе Кришна. Вначале мы должны объяснить, что такое защитный покров Кришны. Это такая ситуация, когда вы находитесь в сознании Кришны, у вас хорошая садхана, хорошее общение, и вы думаете, что ничего плохого случиться не может. И если вы находите еще одного человека, пребывающего под защитным покровом Кришны, то так как вы оба там находитесь, вы думаете, что все будет хорошо, мы вполне совместимы, потому что мы оба под защитой Кришны. И все вопросы, которые нужно решить, все, что нам нужно для жизни, для поддержания себя, все, что нам нужно знать о создании хорошего брака, все это придет само, потому что мы под защитой Кришны. И пока вы под защитой Кришны, все складывается хорошо. И в этом случае защита Кришны — это, возможно, не лучшее выражение. Скорее, это некий колпак наивности, а иногда и невежества. И многие из тех, кто находился в этом состоянии, говорят: «Я был глуп» или «Я не знал». В чем же суть ее слов? Дело в том, что преданный, очевидно, хочет создать семью с преданным. Мы погружены в сознание Кришны, и нам очень важно найти человека, который тоже серьезен в сознании Кришны. И на наш взгляд, это самая важная вещь. Я не говорю, что это не самое важное, но все-таки я скажу, чтобы донести свою мысль, что это не самое важное. Я хочу сказать, что это важно, но это не единственная важная вещь. Когда вы находитесь под этим защитным покровом Кришны, вы считаете, что это единственный важный момент. И если это есть, то и все остальное тоже получится. Но это лишь один из множества аспектов совместимости. Да, вам следует создать семью с преданным. Вы сможете путешествовать по всему миру и санкиртанить, проводить харинамы. Мне нравится служить, ей нравится служить. У нас схожие интересы. Прекрасно, фантастика. Но то, что у вас схожие интересы и наклонности, еще не означает, что вы подходите друг другу как партнеры. Вот о чем она говорила в связи с защитным покровом Кришны. Почему она об этом сказала? Она семейный консультант, и у нее есть большой опыт, когда вместе сходятся люди, находящиеся под этим защитным покровом Кришны. Она консультирует пары, которые пытаются поладить между собой, и она задает им вопрос: почему вы сошлись, как вы познакомились? Особенно если они не очень ладят между собой. Она спрашивает: почему вы вместе? Кажется, что вы очень разные. И они начинают объяснять. Я занималась в храме таким-то служением, и он выполнял в храме такое же служение. Мы трудились вместе. Мне нравится киртан, и ему нравится киртан, и так далее. Потом мы поженились, и после этого мы поняли, что мы очень разные. Конечно, вы скажете, нужно пройти консультацию перед вступлением в брак, и это решит такую проблему. Да, должно решить, но так получается не всегда, потому что вы чувствуете такую большую совместимость, находясь под этой защитой Кришны, что вам кажется, что любые виды несовместимости совершенно незначительны. Так продолжается до тех пор, пока вы не начинаете вместе жить и не осознаете, что некоторые из этих нестыковок все-таки значительны. У вас могут быть расхождения по таким важным вопросам, что вам становится трудно сохранять хорошие семейные отношения, несмотря на то, что защита Кришны имеет место. Итак, леди и джентльмены, берегитесь защитного покрова Кришны. Да, я советую вам находиться под защитой Кришны, но я не рекомендую полагать, что если вы находитесь под защитой Кришны, то жизнь всегда будет бить ключом, и вы будете пребывать в состоянии блаженства. Я бы сказал, что если вы одиноки, то, возможно, это правда. Но если вы ищете партнера, два партнера, находящиеся под покровом защиты Кришны, порой могут совершить большую ошибку в своем выборе.